Годины. Это повесть про бойца, и начнем мы с середины, и закончим без конца. С мыслью может дерзновенный посвятить любимый труд павшим памяти священной, всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог суд. Наступает минута прощания. Ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Смоленском бился.
Прочистим луженые глотки, запиваем веселее, друзья! Выпьем все за победу мы! Водки! Грянем за стольную, выше стаканы с вином. Выпьем за родину нашу привольную, выпьем и снова нальем. Выпьем за родину нашу привольную, выпьем и снова нальем. Растаял далеко в тумане рыбаки, родимая наша.
Ну что ж, наше путешествие проходит на гостеприимство. Зачем, Марин, казаку ключ? Как? Он нагайкой любую дверь откроет, плеткой любой транспорт заведет. Я предлагаю вручить им символ казачьей свободы, воли и творчества. Гайку передаем в руки руководителя программы Игорю Пережогину. А программа называется «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим».